Всем огромный привет! Вчера у меня никак не вышивались те проекты, которые в работе. И я им изменила с вот этим маленьким зайчонком. Просматривая какие-то интернет-схемы, я нашла вот этого зайку. Я не умею вышивать с монитора, поэтому мне пришлось распечатать картиночку. И я решила, что пора заниматься какими-то заготовками весенними, пасхальными. Это схемочка из журнала «Вышиваю крестиком» за 2012 год, номер 9. Ну, это для тех, кому может быть интересно и кто захочет тоже посмотреть какие-то сюжетики. Здесь очень неплохие еще есть сюжеты на пасхальную тему. Вот из этой коллекции, кроме этого зайки, есть еще оленята, по-моему, которые идут на подушечку. Но вообще сам вот этот принцип, когда в контуре животного вышивается какой-то рисунок, не вышивается, естественно, животное, не прорисованы ни глаза, ну, абсолютно ничего, только контур, меня очень притягивает. Мне кажется, это очень интересная идея. Она не нова, она уже встречалась и не раз. И в авторских схемах я видела, и вот в журналах можно встретить такие схемки. У меня на этого зайца есть свои планы, но все по порядку. Вначале расскажу, что и как у меня вышивалось. По моей задумке, этот зайка у меня вышивается не для... Так, что это? Чехол для столовых приборов. Не для чехла, не для футляра для столовых приборов. У меня этот зайка вышивается для других целей, которые вы увидите в конце видео. Поэтому я решила, что мне нужно вышивать на пластиковой канве. Я взяла кусочек пластиковой канвы. Слава богу, этого добра у меня есть. А далее мне нужно было подобрать ниточки по ключу. Вот ключ я переписала, так как он на другой страничке был. И стала искать. У меня нашелся такой цвет по ключу, 964. Так, у меня нашелся еще такой цвет, 959. Вот этот красный, 892. Вот этот цвет по ключу, 772. Вот этот 772. И для бэка 37-99. Несмотря на то, что у меня запас ниток DMC кое-какой имеется, я не смогла найти два цвета. Вот здесь они обозначены как 33-40 и как 37-66. Слава богу, у меня есть карта цветов. Я открыла, чтобы взглянуть, что это вообще за цвета. Пересмотрела остатки ниток от наборов, которые у меня есть в DMC. Залезла и в гамму, залезла в модеру. В общем, пересмотрела все, что у меня есть. Ничего подходящего не нашла. Потом подумала, ну не заказывать же целый моточек ради каких-то тут 10-20 крестиков. Ну хотя по-хорошему, конечно, стоит заказать. Но я это сделаю попозже. И тут я вспомнила, что я смотрела видео Лили «Сплошные крестики», как она вышивала Color Variations. И надо сказать, что в свое время, очень давно, я покупала ну вот всю палитру, которая была на тот момент. И я посмотрела, какие Color Variations подходят для вот этих 33-40. И поняла, что вот этот цвет достаточно близкий. 33-40. И вот этот цвет, он не близкий, но как-то, хоть как-то перекликается с цветом 37-66. И я подумала, дай-ка я попробую вот эти нитки. Почему бы нет? И у меня получился вот такой зайка. Надо сказать, что на таком маленьком сюжете вот эти нитки, которые меняют
цвет меланжевый, да, они практически не видны. То есть вот понятно, что здесь вот есть меланж, вот здесь абсолютно нет никакого перехода, потому что, ну, чувствуется, что здесь посветлее нить, здесь потемнее нить, то есть она как шла, так и шла. И вот здесь тоже меланжевый вот этот оттенок. Тоже эффект, скажем, минимальный. Но он есть, вот этот переход, но он как бы вот виден, если не знать, что это одна и та же ниточка, то и такое ощущение, как будто вообще обралась совершенно другая нить. Да, вот здесь посветлее. Далее вот этот цвет, который имеет с каким-то голубым таким оттенком, он вот здесь на цветочке. И получилось, что цветочек совсем не виден. Он настолько нежный, вот эти переходы как-то сливаются с основным фоном. Я даже пыталась бэк этой же ниточкой сделать, ну хоть бы, хоть как-то отделить. Но вот мне кажется, очень-очень не видно. Этот бэк там сильно не помог. Ну, в общем, как-то вот так у меня в итоге получилось. Надо сказать, что интересно. Да, по размерам у меня заяц получился со схемку. Прям один в один, когда я положила, то это стало особенно заметно. И что интересно, что заяц в отшитом виде отличается от зайца на картинке. Вот мне кажется, на картинке он какой-то в голубизну. Такой голубой направленности зайчик. Не подумайте плохого. А здесь вот больше в зеленый цвет, да? А главное, что я вышивала по ключу. То есть это не мои какие-то придумки. Это ключ из журнала. Так что все может отличаться. И еще нововведение в этом зайце. Вот вы видите здесь таким зеленым. Зеленые кружочки. И здесь тоже немножечко отшивается. На самом деле вот эти места должны были отшиваться белой нитью мулине. Я же решила пофантазировать и вместо белой нити добавила этому зайцу немножечко праздничности. Как мне показалось, взяла нить, входящую в эту же гамму. То есть вот где-то он перекликается с каким-то голубым цветом. Он такой зеленоватый. Интересно, вот я смотрю на камеру, мне кажется, он голубым. А на самом деле он больше зеленоватый. Ну, посмотрим, что будет потом на видео. Не суть. Я взяла крейник. Вот этот номер, если кому интересно. Он достаточно толстый. Это восьмерочка. Поэтому крестики получились толстенькими. Ну, ничего страшного. Я вышивала, естественно, в одну ниточку. И вот таким образом у меня получился зайка. А что же я надумала с этим зайкой, вы увидите чуть попозже. Ну вот я хочу показать, что в итоге у меня получилось из этого зайки. Это такое украшение, декор. Ну, вы сами понимаете, наверное, подходящее ближе к Пасхе, можно сказать, и весеннее. Я думаю, что его можно поставить куда угодно. Можно и цветочный горшочек поставить, можно и специальную какую-то композицию придумать и тоже его туда использовать. Я взяла такую палочку, у меня была косметическая палочка, по-моему, какие-то пальмовые или еще что-то, вот для обработки кутикулы. В общем, то, что у меня было, короче, в наличии. Задник я сделала из фетра и прицепила бантик. Единственное, что я воспользовалась, вот сзади вы видите немножечко остатки клея. Я воспользовалась текстильным клеем. И он вот оставил такие следы. Я думала, он высохнет и ничего не останется. Я вчера клеила, специально ждала. Вот, ну, я думаю, что для первой игрушечки, для первого такого украшения это вполне
Во всяком случае, я буду знать. В следующий раз возьму какой-нибудь клей прозрачный. Понятно, что здесь можно бантик менять, как вам захочется. Это абсолютно по желанию. Может быть, даже как-то и другой бантик, и другого цвета, и ну все что угодно. Еще мне хотелось, ну, так сказать, виделась в каких-то своих фантазиях бантик на шее у зайки. Но как только я стала примерять ленточки на шею к зайке, я поняла, что он просто... Такое ощущение, как будто они все его душат. В общем, от этой идеи я отказалась. Остался такой минималистичный вариант. Я надеюсь, видно. Я специально снимаю на окошке, потому что очень и очень пасмурно в последние дни. Идет сплошной снег. Ну, впрочем, это лирическое отступление о погоде. Как всегда, мы любим передавать свои эмоции по поводу погоды. Ну вот, я с нетерпением жду весны. Я думаю, что вы тоже, как и я, рады будете увидеть солнышко. Всем желаю прекрасного рукодельного настроения и до новых встреч. Пока!